играет там с листвой. Ну а нам сегодня очень грустно. Мы прощаемся с любимой детворой. Сюда проститься с детским садом спешат дошкольники с утра. Встречайте их под громкие аплодисменты, друзья! Выпускники 2019-го Ксения и Георгий! Thank you.
Горит огнями светлый зал, но грустно нам сейчас. Последний праздник наш настал, и мы поем для вас. Дошкольный бал, дошкольный бал, ты всех друзей собрал. Дошкольный бал, наш первый вальс, танцуем мы сейчас. Но вот часы сейчас пробьют, ах, время, не спеши. Дошкольный бал, ты всех друзей собрал. Дошкольный бал, наш первый вальс, танцуем мы сейчас. Заботился о нас, кто нам второй мамой был, для вас поем сейчас. Дошкольный бал, ты всех друзей собрал. Глаза друзей полны теплом, прощай наш добрый дом. Лукоморье, лукоморье, сказок и чудес страна, известна с детства всем она. Вы к нам в гости приходите, выпускной свой проведите, будет сказочный такой первый в жизни выпускной. Ребята, это жители сказочной страны Лукоморье приглашают нас себе провести свой выпускной. Даже волшебные слова записали для нас, чтобы мы с вами туда попали. Слушайте, вот такие. Волшебство скорей свершись, дверь в Лукоморье отворись. Ну что, дети, отправимся в Лукоморье? Да! Тогда закроем глаза и произнесем эти волшебные слова. 3, 4. Волшебство скорей свершись, дверь в Лукоморье отворись. Глаза. Мы попали в сказочное Лукоморье. Лукоморье дуб зеленый, глотает цепь над дубитом, и в днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Читаю. А знаете ли вы то, что
Наш первоклассник тоже должен много знать и уметь. Уважаемый кот-ученый, наши дети к первому классу готовы. Они много знают и умеют. Вот сейчас я ваши знания и проверю. Посмотрите-ка, ребят, буквы все эти в беспорядке. По местам их разложите и слова их сложите. Команды, строимся! Команда другой Ксюши собирает слово «дерево». Команда Артема собирает «парта». Команда Даши собирает «азбука». Команды готовы? Да! Раз, два, три. Начинаем! Сюда спешат, что-то нам сказать хотят.
Все, до школы есть у нас и горшочек по запасу. Должны, конечно. Ой, забавные, смешные, были ведь и вы такие. А теперь вы подросли, вот какие стали вы. Никита, Даша, выходите. Какие выросли, покажите. Вот так, садитесь, спасибо. Что вы в школу вам пойти, дети? Надо малость подрасти. Посмотрите, здесь на празднике будущие первоклассники. Давайте мы их пожелаем, чтобы в школе их любили, ждали, чтобы учились все на пять и детский сад не забывать. Вот от нас подарок, детки, эти сладкие конфетки. Ну-ка, дети, все в игру. Развеселите-ка Ягу.
Ты такой задумчивый сидишь. Может, мы тебе чем-то поможем? Уж не знаю я. Прислал мне персидский шах сложные задачи. А у меня счетовод в отлучке. Одному мне не справиться. Помогите мне, ребята. Вас же к школе готовили, считать учили. Царь, великий государь, скажи, какие это задачи? А я вот сейчас прочитаю. Слушайте внимательно. Под кустами у реки жили майские жуки. Дочка, сын, отец и мать. Кто их может сосчитать? Ксения, отвечай. Их всего лишь 5. Нет. Даня. 4. Правильно, Даня, молодец. Молодцы. Вот еще одна задача. Подогрела чайка чайник. Пригласила 9 чаек. Приходите все на чай. Сколько чаек? Отвечай. Ариша, отвечай. Чаек 10. Молодец, правильно. Вот еще очень сложная задача. Вы внимательно послушайте. Вот идет Сережка, а за ним идет Алешка, а за ним идет Маринка, а за ней идет Иринка, а за ней идет Игнат. Сколько же всего идет ребят? Ева? Всего ребят 5. Молодец. Все ребята молодцы, задачи правильно решили вы. Ну, ребята, удивили, не напрасно вас учили. Вот персидский шах-то обрадуется, когда я ему задачи с правильными ответами пришлю. Царь-государь, а наши ребята не только задачи умеют решать, они еще и цифры хорошо знают. Вот, посмотри, как знают. Ребята, в круг вставайте с цифрами, поиграйте. И я поиграю. Да. Наши дети справились? Да. Молодцы. Снова в круг вставайте, играть продолжайте. Зашагаем вправо, пусть никто не отстает. Зашагаем влево, и кружочек поворот. Воу-воу-воу, что такое? Шлёп-шлёп-шлёп, что за звук? Веселятся все вокруг, не жалея рук. А теперь не зевай свой
кучки. Там закончилась кучка. Арина! Арина! Ну что ж, гости, справились наши дети с заданием? Да. Да. Снова в круг вставайте, играть продолжайте. Шагаем вправо, пусть никто не отстает. Зашагаем влево и в кружочек поворот. Теперь можно отдыхать и весело потанцевать. Наверное, и ума набрались, и к школе хорошо подготовились.
Вот сейчас я вас и проверю. Команда «Знайка», выходите. Команда «Почемучка», выходите. Проведем соревнование. Обеим командам нужно ответить на вопросы. Чья команда правильно ответит на все вопросы, та команда победитель. Готовы? Да! Вопросы к команде «Знайка». В каком месяце дети идут в школу? В сентябре. Третий день недели? Среда. Школьная сумка? Портфель. Сколько времен у года? Четыре. Знак сложения? Плюс. Молодцы, «Знайки» правильно ответили на все вопросы. Теперь вопросы к команде «Почемучки». Человек, который идет в школу? Ученик. Белый камушек растаял, на доске следы оставил? Мел. Знак вычитания? Минус. Зимняя квартира медведя? Белорона. Сколько дней в году? Сколько дней в неделю? Молодцы! И сигнал о начале и конце урока? Слава! Молодцы! Почемучки тоже правильно ответили. Таким образом победила дружба. Вижу, вас многому научили в детском саду. Все, проверила ты нас. Все готовы в первый класс. У меня для вас еще одно задание. Музыкальное соревнование. Не подайте на десерт. Замечательный концерт. Инструменты разбирайте и в оркестре заиграйте. И я с вами поиграю. Thank you.
посмели явиться в мои владения? Вы желаете сразиться со мной? Ой, не злись, тащи, не собираемся мы с тобой сражаться. У нас сегодня выпускной, и мы его празднуем здесь, на Поморье. Наши дети выросли и собираются в школу. Куда собираются? В школу? Кто такая школа, почему не знаю? Ребята, расскажите Кощею про школу, а ты садись и послушай. Арина, выходи. И про школу нам прочти. Корнечкина, милый сад, пора в дорогу, подросли твои птенцы. Завтра с этого порога разлетятся сорванцы. Потерпи, мой друг, немного, через год имей в виду. Брата младшего Тимоху я за ручку приведу. Покажу ему наследство и скажу: вот это, брат, наше счастье, наше детство, наш с тобой детский сад. Здесь добро и счастье может, как мне папа говорил. Папа знает, он ведь тоже раньше в детский сад ходил. Мы семейную тропою ходим много лет подряд. Значит, нам сюда с тобой приводи своих ребят. Расчет о детском садике на школе. Груданов, за окном щебечут птицы, сыплют звездочки сирень. С детским садиком простимся в этот теплый майский день. До свидания, наш садик, воспитатели, друзья. Все за нас сегодня рады, а у мам блестят глаза. Не волнуйтесь, наши мамы, мы же вас не подведем. Теплой осенью мы сами в школу весело пойдем. Нас учительница встретит, мы найдем себе друзей. С каждым годом ваши дети будут лучше и взрослее. Молодец. И Альбина нам рассказывает, чего мы сейчас в школе. Ляпсковский, чему учат в школе? Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе вычитать и умножать. Малышей не обижать, учат в школе к четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе по книжке добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе про глагол и про тире, и про дождик во дворе. Учат в школе крепко-накрепко дружить, Yeah.
Поучили? Они еще поучать меня вздумали, да я вас на одну ладонь положу, другой прихлопну. Мокрое место останется. Ой-ой-ой. Что с тобой, Кощей? Что, не видишь, зуб болит, треть сутки мучаюсь, что я только не делал. И холодную лягушку прикладывал, и мухомор жевал, и горячим пеплом посыпал. Ничего не помогает. Ой, ребята, ну жалко же Кощея, ему нужна срочная помощь. Я знаю одно народное средство. Принесите, какое? Пожалуйста, стакан воды, сейчас узнаешь, какое. Так, мой хороший, хорошо, потерпи. На, полощи рот. И правда помогает. Спасибо вам. Ну, теперь, Кощей, слушай наши советы. Чтобы зубы не болели, их нужно регулярно чистить, то есть за ними ухаживать, полоскать, ходить к врачу, больше есть овощей и фруктов, меньше сладкого, и обязательно ходить к врачу раз в месяц. А то будешь хилым, больным, и твое бессмертие тебя не спасет. Я все понял. Я все ваши советы усвоил, только у меня ничего не получится. Почему? Потому что здесь, в Лукоморье, ни зубная паста, ни зубная щетка не продаются. Ой, бедный я, несчастный Кощей. Ой, Кощей, не расстраивайся, мы тебе сейчас поможем. Посмотри, вот тебе зубная щетка, вот тебе зубная паста, до следующего выпуска, вот тебе мешочек соли, полощи рот за здоровье. Ну, спасибо, ребята, таких нужных и полезных подарков мне никто не дарил. Теперь мои зубы будут в полном порядке, и на радости такой я с вами потанцую. Все запуталось, все заблудилось, счастье такое.
прощаться и возвращаться в наш детский сад. Сегодня день прощальный, мы не будем.
Заботились о том, чтобы вам было хорошо и уютно в детском саду. Думаю, что они заслужили высочайших слов благодарности. Поэтому разрешите открыть церемонию вручения специальной премии «Выпуск 2019». Победители определились в следующих номинациях. Первое место в номинации «Доброта спасет мир» присуждается Юлии Павловне. За первое место в номинации «Передовая мысль» награждается заместитель по воспитательной работе Анна Васильевна. Порядок и покой награждается заместитель директора по безопасности Марина Львовна. Награждается заместитель заведующего по хозяйственной части Надежда Васильевна за первое место в номинации «Копейка рубль бережет». «Родная речь» награждается педагог-логопед Светлана Аркадьевна. За первое место в номинации «С песней по жизни» награждается музыкальный руководитель Инна Валерьевна. Таинство души награждается
вам пели «Здоровый дух». Награждается наш повар Вера Александровна за первое место в номинации «Пальчики оближешь». Номинация «Поддержка и опора» за первое место награждается младший воспитатель Ольга Викторовна. Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, спасибо вам за то, что вы всегда нас поддерживаете, за то, что оказываете помощь в развитии и воспитании наших детей, потому что эти дети не только ваши, они и наши тоже. И именно благодаря вам, именно благодаря нашей общей работе, наши дети сегодня показали все, чему они научились, и читать, и писать, и танцевать, и петь, и все-все. Это все благодаря вам, благодаря нашей общей работе. И я хочу начать... Подержите, пожалуйста. Да. И я хочу поздравить от лица администрации детского сада родителей вашей группы. Благодарность родителям выражает педагогический коллектив нашего детского сада. Говорит вам огромное человеческое спасибо за воспитание ваших детей и участие в жизни детского сада. И сейчас сюда приглашается мама Абрамян, родители Абрамян Маргариты. Приглашаются родители Вахламова Даниила. Никиты.
бабушки на свете, Елене Анатольевне, бабушка Арины. Очень приятно видеть вас здесь, правда? Да, с удовольствием. И еще я хочу сказать, что через некоторое время, может быть через месяц, через два, через год, но вы поймете, что годы, проведенные в детском саду, это были самые счастливые и беззаботные годы всей вашей жизни. И я хочу вам сказать спасибо за то, что вы такие молодцы, за то, что вы выросли. Эти три года, которые вы провели в нашем детском саду, вы выросли, вы стали любознательнее, вы стали умными, сильными, красивыми и добрыми. И я желаю вам успехов в дальнейшей вашей школьной жизни, чтобы вы учились только на отлично и хорошо. Добрый путь, ребята! Thank you.
мечта пригласить Кетикова Алексея. И вручить ему не только выпускной альбом, а еще и грамоту за третье место в городском конкурсе пасхальных композиций. Как и называется? Пасхальная композиция. Thank you.
Не расстраивайся. Спасибо, Юлия Павловна. А сейчас слово предоставляется нашим родителям. Мама, мы в школу хотим. Она говорит, я в школу хочу. Такие трогательные моменты. Как бы нам держаться? Рады всех приветствовать. Мы хотим от имени всех родителей поздравить всех сотрудников этого детского сада. А заведующая Юлия Павловна у нас красавица. И со всеми делами справляется. А работа у нее объемная. И спасибо ей, скажем, огромное за умение конкурировать и старание финансировать, за свежее питание и садика процветания. Методисту Анне Васильевне поздравления от родителей детей. Как старались вы, потели, было множество идей. Вы опора для детсада, указатель всех программ. И поэтому, ну, у нас букеты уже раздали, там про букет. Новый сюрприз подарим вам. Спасибо. Галина Дмитриевна и Евгения Анатольевна, вы очень заботливы, очень добры. И так на душе хорошо рядом с вами. Спасибо за ласку, слова похвалы, за ваше терпение и ваше внимание. Идем с удовольствием мы в детский сад. Вы столько тепла и любви отдаете от имени бабушек, мам, всех ребят. Здоровья и счастья, удачи в работе. Спасибо. Мы просто не отрепетировали, извините. Это нормально, нормально. Зорьки ясные до темна в нашем садике она. Кто обед нам принесет и посуду приберет? В нашей группе нет краше, чисто и светло вокруг. Может быть, у Ольги Викторовны нашей не две, а 10 рук? Музыкальный работник. У Инны Валерьевны волшебная работа. Вам покорились звуки, ноты. Вы можете повелевать, в душе мелодии звучать. Спасибо вам за ваши песни, что танцевали с нами вместе, что музыка все наших дней звучала с вами веселей. Приобщила к спорту с юных лет. Управлять собою научила, замечаний не было и нет. Оксане Анатольевне мы очень благодарны. Вложила в детишек все, что могла. Мы желаем жизни без изъяна, полной и богатства, и добра. Как правильно звуки произносить, как слово из звуков этих сложить. Как грамотно слово любое сказать, потом написать его и прочитать. Кто в море живет, кто по небу летает, кто сено жует, а кто дома храняет. Что больше, что легче, что жжется, что тает. С помощью Светланы Аркадьевны наши дети узнают. Всегда медицина в почете была, и подтверждение тому Наталья Александровна. А опрятна она в белоснежном халате, на страже здоровья детей наших ради. Ее не боятся совсем малыши, покажут язык и горло они, прививки не больно ставит она. Ну золото просто у нас медсестра. Потихоньку, не спеша, в жизнь большую, сложную, вы за ручку малыша водили осторожно, шли за Юлией Борисовной, чуть дыша, по дороге знаний. Деток наших не страшат, школьные задания. Коллективу кухни вашей мы желаем вкусной каши,
чтоб никогда не пригорало, чтоб дети ели до отвала, чтоб компот весь выпивался, чернослив не оставался. Спасибо вам за честный труд и новых самых вкусных блюд. Волшебство важно, конечно, чтоб хозяйство здесь вести, чтоб учесть все безупречно и любую вещь найти. У Надежды Васильевны дел немало. Чтобы нашим малышам в садике уютнее стало, нужно быть и тут, и там. Спасибо, девочка. Зам по безопасности всем нам очень нужен, чтобы пропускной режим не был бы нарушен, чтобы в случае пожара мы не растерялись, а без паники оделись, вышли, посчитались. Лариса Львовна нас оберегает. Марина. Марина? А да. Мы написали, простите. Вы там мне так написали. Группа в тепловой режим часто проверяет, и за все за это вам говорим спасибо. Спасибо вам за понимание, терпение, заботу и внимание. Вы помогаете развитию детей, чтобы стали они и добрее, и умнее. Желаем здоровья, долгих лет. Желаем также личностных побед. Вот детки наши вырастут, потом мы обязательно к вам внуков приведем. Спасибо за теплоту и доброту, за то, что деток наших воспитали, за то, что подарили им любовь, что знания своим вы им отдали. Желаем вам здоровья и добра, чтобы и в достатке, и любви вы жили, чтобы улыбались радостно всегда, чтобы вовсе никогда вы не грустили. Сейчас еще поздравления нашим деткам любимым. Быстро годы пробежали, садик детский позади. Вы совсем большие стали, в школу вам пора идти. Вы уже не дошколята, первый класс идете вы. Поздравляем вас, ребята, пусть исполнятся мечты. Мы желаем вам побед, жизни сказочно красивой. Пусть горит зеленый свет, сказки детской и счастливой. Как без горшка и простокваши, и без
снова мы сойдем с ума. Учить уроки будем, дорога голова. О боже, садик моя, кончилась пора. Она была как лето, а сама я самая. О боже, боже, школа, мы сойдем с ума. Учить уроки будем, дорога голова. О боже, садик моя, кончилась пора. Она была. Падения и взлеты, не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра.